В этом видео мы хотели бы показать вам, как мы строим инкубатор из винного кулера. Здесь сам винный кулер, он уже не работает, но, по-моему, там рабочий вентилятор. Дальше нам понадобится, естественно, термостат, у нас это рептизуо. Дополнительный вентилятор, который мы тоже поставим, чтобы обеспечить более равномерную циркуляцию и температуру внутри всего кулера. И либо теплый пол, в нашем случае это коврик. В нашем случае это кабель. Любой источник тепла, который мы установим на заднюю стенку. Ну и, естественно, контейнеры, которые будем использовать для инкубации. Это маленький контейнер, который можно использовать для ужеобразных мелких видов, и такой большой контейнер уже можно положить яйца королевских питонов. Итак, мы закрепили теплый кабель внутри инкубатора будущего с помощью кусочков вот такого фольгированного скотча. Он довольно неплохо держит, правда, все-таки нужно проверять, насколько плотно вы его закрепили. Итак, мы закрепили скотч, ну, как могли. Можно сделать это чуть более аккуратно. Или используя какие-нибудь крепежные элементы для теплого кабеля. Главное, что когда мы поставим внутрь коробку, она не должна соприкасаться ни со стенками, ни с теплым кабелем. То есть он должен стоять более-менее по центру. Вот так ваши яйца, скорее всего, сгорят. В нашем инкубаторе работает встроенный вентилятор, который направляет воздух от стенки горизонтально к смотровому окошку. Мы вставили еще один, Педро, покажи снизу, еще один вентилятор, который направляет воздух в перпендикулярном направлении. Таким образом, внутри он перемешивается. В центре инкубатора, рядом с дополнительным вентилятором, мы расположили пробу термостата, которая будет мерить температуру и поддерживать внутри, прям в центре, ту температуру, которая задана на термостате. Так, в нашем случае мы включаем в розетку сам инкубатор. Наш бывший винный кулер сохранил, поскольку он сохранил у нас вентилятор и свет. Вот он. Затем наш теплый кабель мы вставили в термостат и подключаем сам термостат в розетку. Ну и последнее, третий шнур, который выходит у нас из инкубатора, это наш дополнительный вентилятор. Вот мы можем даже в этом случае свет включить. В этом инкубаторе работает еще и свет. Ваш инкубатор готов!